«Мой класс, моя гордость» в Ноябрьске выбирает лучшего классного руководителя. Конкурс проводит Департамент образования и участвует в нем 10 педагогов начального, среднего звена и старшей школы. А на нашей странице ВКонтакте мы предлагаем вам выбрать лучшего классного руководителя. Результаты нашего голосования на общих итогах конкурса не отразятся. Это своего рода «глаз народа». И еще одна возможность порадовать и поддержать своего преподавателя. На прошлой неделе вы выбирали лучшего классного руководителя среднего звена. Надо отметить, голосование получилось жарким. И в общей сложности свои симпатии к тому или иному преподавателю высказали более 2000 человек. А победила в итоге с результатом 964 голоса педагог из 7-й школы Курзираж Танкина. В ближайшее время мы, как и обещали, подготовим о ней сюжет. А тем временем голосование продолжается. И в течение этой недели вы можете высказать свое мнение по поводу того, кто, на ваш взгляд, является лучшим классным руководителем старшего звена. Имена и фотографии конкурсанток размещены в нашей официальной группе ВКонтакте. Будьте активны!